Вот это получается у нас осторожно, коротколапыш, да? Потому что есть длиннолапыши. Вот это тоже коротколапыш, судя по всему. Короче, я не пойму, кто из них кто, но вот есть откровенно длиннолапый. Не знаю, вот это, по-моему, длиннолапый, да? Да. А вот, посмотри, посмотри. Ну-ну-ну, не ругайтесь. Вот это коротколапый, длиннолапый, что-то непонятно. Ну, иди, да кушает, кушает. Они кушают, уже давно сидят. Так, это длиннолапый. Ну, короче, насколько я поняла, хотя бы три штуки есть коротколапых. Ну, в общем, пусть они кушают, потом еще посмотрим. Ну, тут. Ну, смотри, вот это длиннолапый или коротколапый? Ты мне на примере одного объясни. Отпусти его, он кушать хочет. На самом деле, абсолютно не важно. Ну, вот там, смотри, что-то лапулями гребет. Это коротколапыш, по-моему, да? Так, вот кошка ушла кушать, я тебе сейчас покажу отдельно. Так, первый. Непонятно, коротколапый, длиннолапый, хрен разберешь. Так, второй. Вот этот, по-моему, точно. Хотя такой же. По-моему, коротколапый все-таки. Или длиннолапый, я не знаю. Вот этот вроде длиннолапый. Так, вот это, по-моему, коротколапыш. Это уже 4. Это длиннолапый. Так, это... Это вроде тоже коротколапы. Да. 5. Это длиннолапы. 6. Это, смотри, тоже коротколапы. Короче, если я все правильно поняла, то 5 коротколапых и 2 длиннолапых. Но я могу ошибаться. Все активные, посмотри. Двигаются хорошо. Дыхание, посмотрела, тоже у всех нормальное. Вот, никто не чахлик, все друг с другом там что-то копошатся, борются. Ну, вот, короче, я тебя сейчас не увидела, а ты мне уже консультацию давай, да? Целое домище теперь.